Всем привет! Продолжаем играть в Fallout Shelter Online. Сегодня у нас будет такая серия, я даже не знаю. Не знаю, как ее характеризовать. После серии. Вот нам какой-то приз дали. Класс, золотой ланч. То есть, как бы основная сюжетная линия, я так понял, закончилась. То есть, смотрителя мы нашли, догнали, нашли, пообщались, побеседовали, он закончился. И, в общем-то, сюжет на этом, я так понял, был исчерпан. Вот есть у нас дальше какие-то сюжетные задания, но они у нас все не открываются, что-то мы достигнуть еще не можем. То есть, ну, это не сюжетно, это когда, ну... Не основные сюжетные, видимо, какие-то побочные задания. Вот, и, в общем-то, снимать, по большому счету, не особо есть чего. А снимать хочется, поэтому как-то вот так. Но... О, где-то протерлынкал этот Дед Мороз, поймать его надо. Где он, господи? Вот он. Оп, привет. Кто видит Уолли? Помните, игра такая-то была? Вот, поэтому я предлагаю в этой серии, ивентов, кстати, тоже новых не появляется, все старые, вот эти вот, которые мы там до своего потолка дошли и все. Предлагаю доштурмовать башню, мы тогда не доштурмовали, у нас есть еще небольшой потолок, вот. И плюс поразвивать новых персонажей, ну, вернее, как поразвивать новых, старых персонажей. Вот у нас... Наш снайпер-убийца. Одну медальку уже получил. Вот набрал на еще одну. Давайте. Раз. О как. Характеристики тупо рост. О, открылся спецприем у него. Не открылся. Вроде как должен был открыться. Ой, давайте, знаете, что мы сейчас ему сделаем? Мы ему сейчас дальше все откроем. У нас он есть запас. Мы в него все вольем. И еще. О, видите, дальше его можно повышать. А, мне показалось, что мы открыли. Три. Так она должна открыться, не должна, я ничего не понял. Что для этого надо? Или винтовку такую? О, вот, открылась, теперь открылась. А, на три звезды, на три медальки его надо было повысить, чтобы открылась эта новая третья способность. Вот оно что. Теперь он сможет еще круче долбить. Понятно. Так, кто у нас еще тут есть кандидаты на повышение? Все, что ли? Не, кто-то еще был, я помню. Стурджес. Дружище. Тебе там не надо повыситься, нет? О, и тебе надо повыситься, я смотрю. А, чуть-чуть не хватает. Стурджес, ты не прав. Ой, что я его выключил, господи. А давайте посмотрим, у него там больше что, нигде нельзя купить их? В магазине, а, в этом, нет, здесь его нету. Так, рация. Ладно, ну тогда на следующий раз уходишь Стурджес. Хотя я бы сейчас бы купил бы на него. Даже за бутылки, в принципе. Чтоб его закрыть уже. Но, к сожалению... К сожалению. Здесь нет. А во второй магазин... А второй магазин? А что это за второй магазин? Так, это первый магазин.
Его здесь нету. А второй магазин... Я что-то запутался. Я, извините, я не могу немножко тупить. Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. А, это в ланч купить, а это в магазине. Все, я теперь я понял. Все, есть контакт. Ладно, Студжес, ты остаешься. О, тетьку упыря давайте улучшим. Вон какая она. Красивая. Вот, давайте посмотрим, как мы ее можем еще украсить. Ничего не изменилось. Ну ничего. Все впереди, еще одна звезда. Может, она еще станет настоящим человеком и закричит: I'm real girl. О, Вёрджил, Вёрджил. Привет, Вёрджил. Не. А вот. Опа! Вёрджил какой. Ну, мне напоминает очень сильно этого, скажите мне. Я уже, по-моему, говорил. Да, говорил 100%. Фримена. Гордона Фримена. В очочках, с фомкой, с разводным ключом такой. Точно Фриман, на него отсылка, я так думаю. Давайте его улучшать. Оба! Как он улучшился. А банки эти, турели. Ну а какой? Подготовленный уже к встрече с гостями. Меч у него. В общем, прикольно. Молодец, Вёрджил. Так, три догнает еще нет. О, охотник с нестандартным именем. А не, этот как раз стандартным. Вот он какой. Опа. А теперь давайте его улучшать. О, теперь он в шлеме. Теперь он, да, в аутентичной у них угольной броне. Угольно-черной броне. Я где-то видел в каком-то дурацком переводе в угольной броне. Она не угольная, она угольно-черная. Балбесы, переводчики. О, какой красавчик. Ух, и глазами так. Зырк, зырк. Какой он страшный. Ух. С нетипичным именем это другое. Это вот этот вот охотник у нас с нетипичным именем. У них же там всех начинаются имена на X у боевых. А у него на Z. Поэтому он нетипичный. Тоже такой вот он. Ту-ру-ру-ру-ру. Такой заряжает как в дробовик под... Патроны такой, батарейки в лазер-пистолет. Конечно, художник не очень, видать, понимал, что это такое. Ну, нарисовал прикольно, как смог. Опа! О, так это он серьезно стал круче, посмотрите. Все заметно серьезная разница. О, какой, в очочках теперь. И весь такой из себя парень. Ничего себе. Еще и щелкает. Прикольно. Так. Все. Усё. Кончились улучшатели. Жалко, Студжеса мы не улучшили. Он прикольный. Чуть-чуть осталось. Ну ничего, на следующий раз. Задумка, задел на следующий раз. Так, здесь у нас все хорошо. Соответственно, можем спокойно, со спокойной душой идти в этот. Штурмовать нашу башню. Идемте. Попробуем. Я не помню, что нам в прошлый раз помешало. Но что-то помешало. О, какая толпа. Привет, синты. У вас много полезных детальков? А ну, показывай. А если найдем?
Во, полезную детальку какую-то нашли. О, телепорт. Не, телепорт пока нам не надо. О, это финальный. Не, финальному в конце пойдем. О, еще толпа. Ага, тут всех перебить надо по-любому, я понял. Профилонить не получится. Я понял. Это здесь, да. А сюда телепорт. Все, я сообразил. Тут я не агрессивный. Прям сил нету. Ага, теперь в обратку, чтобы не можно было сюда лететь вообще не влазя в радиацию. Ну ничего. Переживем, я думаю, как-нибудь. Ну, побежали последнего проходить. Вот так вот. Тут проблем не должно быть. Че его в прошлый раз не прошло, не понимаю. А, понял, теперь что не прошел. Робот злой и щитом закрывается. Так не, все равно мы его сносим. Непонятно. Уже забыл, что в прошлый раз не прошел. Нормально. Так, следующий этаж. Поехали. В город за орехами. О, еда, это хорошо. Еда, это здорово. А, тут опять набить. Всех убить надо, я понял. Всех отдубасить. О, кстати, мы не открыли золотой ланч. Достать его достали, а открыть не открыли. Надо будет сейчас его открыть, не забыть. То у меня такое бывает. Скажу, что откроем, а на самом деле забуду и не откроем. А потом мне пишут, что... Ай-яй-яй, обманул. Обманул в пидвиф. Звиняйте. Вы же напоминаете, а то вы тоже сидите молча. Никто ничего не говорит. Откуда я помню? А так бы сказали, эй! Камбэк назад. О. Там радиация, что-то в радиацию не сильно хочу идти. Нет, смутные подозрения, что там ничего полезного нет. О. Ладно, давайте собаку отпинаем. И потом, если будет желание, тогда сходим в радиацию. А то тут такие уже сложные противники. Не хочется это. Понижать свои шансы облучением. Хотя этот же, он Дэнс, он наоборот под облучением еще круче бьется, говорят. А, усилялка, это очень своевременно. Очень, да. Комната с ничем. Очень полезная комната. Так, взяли этаж. Ну, нас ждет следующий. Последний в этой серии. Последний заход у нас. Ой, мы как раз входим тютелька в тютельку. Надеюсь, пройдем. Так. Ой, тут сразу крокозябр. Чё, странно, у него нету этого. Ну, давайте попробуем отпинать. Ну, что он полубосс, и он один. Если не полубосс, то чё он один, а не толпа? Если он полубосс, то где значок? Странно. Не люблю странности, они меня пугают. О, водишка. Лепезричество нам не надо. Ой, яугай какой злой. Что он мне пугает. Ой, эти... Ай-яй-яй, одно лучше другого. А телепортироваться тут никуда нельзя. Тут не дают телепортов никаких.
Эти штуки шипами будут колоть, я не хочу шипами. Давайте я у Гая попробуем это уговорить. Нас пропустить. Я у Гайчик, давай ты нас пропустишь. А ну-ка. Получится его уболтать или нет? Так, комариков уже уболтали. Отправили их на воздушном шарике. Я у Гайчик вроде тоже так потихоньку уговаривается. Так, а вот и выход. Так, можем вернуться там, попробовать пройти, но я так не думаю. Знаете как, лучше синица в руках, чем дятел в известном месте. Ну его. Мы там не забогатеем, там в лучшем случае какая-то запчасть, а в худшем вообще ничего. Поэтому как-то так. Что у нас? Так, это закончилось. Забираем наш бонус. Это у нас коротковатая серия. Так, давайте посмотрим, что мы тут открыть можем. Так, во-первых, ланч. Ох, 3 миллиона денег. Это существенная прибавка к пенсии. Так, о, 3 рюкзака с этими. Да. С запчастями. О, и 5 собак. Ну, 5 оранжевых существ, скажем так. Ну, только одни тут сейчас могут выпасть любые, не обязательно оранжевые. Ни одного оранжевого, это называется акция, ни одного оранжевого существа. Все в утиль. Я нашел, что их, оказывается, их улучшать нельзя, зато их можно продавать. Интересно, кому вы в пустоши, в убежище продаете животных? Вот это мне не совсем понятно. Но, ну, факт, продавать можно. Вон он, не нужен кот, продал его. До свидания, кот. Их там так много, что надо их действительно попродавать. Толку от них никакого. Улучшать, развивать, совмещать, скрещивать их нельзя. Они просто лежат балластом и все. Ой, гляньте, как Вёрджил изменился. Такой вот стал вообще в броне, в кожаной.